Друзья, всем привет! Розыгрыш обещанный по выставке. Кто не в курсе, тот предыдущее видео посмотрите, там все я говорил. Итак, вот, значит, наши 5 призов, 5 ножей, вот визитки. Я вот сейчас специально их буду так помедленно показывать, каждый себя тут увидит. Вот. Ну, все записано, все, каждый, как бы кто купил, мы писали. Все это есть. Это специально сделано так, чтобы потом не было никакого обмана. Вот. Вот они все. Ну, я думаю, просто на замедленный поставьте, кому интересно. Вот они. Много их тут визиток. Есть такие люди, что некоторые отказались даже участвовать в конкурсе, типа дабы, чтобы другие, ну там, ну не надо, в общем. Вот, все есть. Теперь все эти визитки я ввожу в пакет. Так, перемешиваю их. Так, ну что, по порядочку. Так, значит, сейчас вытаскиваю. Нож таймень у нас разыгрывается. Так, вот, это кто у нас? В общем, вот. Пожалуйста, это раз. Сюда, значит, отложим. Следующий. Второй нож у нас рыбацкий. Следующий нож у нас. У нас из Дамаска следующий нож идет, потом будет шейный. Так, это у нас из нержавеющего Дамаска. Так, это у нас шейный. Вот, так, ну и сейчас самый дорогой нож. Нож леший из порошковой стали М398. Вот он. Счастливый обладатель. Все, мужики, все по-честному. Я на ваших глазах все сделал. Все, всем спасибо. Всем удачи. Подписывайтесь на канал Telegram. Там тоже будут очень интересные розыгрыши. Скоро планирую я сделать. Все, всем удачи.